Папа Римский призвал прекратить боевые действия и предотвратить ядерную катастрофу на ЗС. То есть взять и прекратить. Вот оставить все как есть. Сделать вид, что ничего не произошло. Что никто ни у кого ничего не украл. И там как-то оно самое уляжется. То есть если бы это было изнасилование, то ну, насильнику даже писюна сегодня ниоткуда вытягивать не надо. Вот просто лежим все спокойно и, и не дергаемся. А дальше воно как-то там самое все уляжется, зло забудется, все обнимутся и пойдут танцевать тарантеллу.